Ребята, всем привет, с вами Александр, Бьюджишского периода. И, в общем-то, люблю начинать серию с таких вот торговых сделок. За 21 лямчик монеток мы покупаем 5000 генов. Шикардос. Так, давайте сюда перейдем, зайдем. И у нас будет сейчас вот это вот событие. Лига Доминатор. Я вот тут болтаюсь уже ближе к концу. Так что со стримчиком не сложилось, потому что вот я сегодня только в 6 часов вечера, в воскресенье, то есть записываю стримчик, как по мне, это нужно пораньше проводить. Так что буду тут сам воевать. Погнали, погнали, погнали. Сейчас будем смотреть. Так, первый раз нужно взять, наверное, кого-то посильнее, посмотреть. Первых 1-2 боя, потому что кто нам попадется, как обычно. Так. Кстати, пахицератопс так чем-то похож на пахигалозавра, как вы считаете? Так, вот так. Давайте возьмем на пахика. Сразу начнем с прикольных динозавриков. Все три гибриды, кстати, попались. Чисто так случайно. Ух, смотрите, кто у нас в противниках. Это рандом какой-то нам попался. Пахицефалозавр. И родственник... Пахицератопс и пахицефалозавр, а еще и с ними наш новенький гибридик. Так, Остафрикозаурус, мы тебя не боимся. Так, сейчас у меня без 26 даже. Мы делаем вот так и вот так. Вау, это должно было быть больно. Может попробовать сейчас взять легендарных просто дракончиков. Дракончиков. Блин, что у него с пальцем? Вы посмотрите на пальцы. У него они как будто бы были сломаны. Заметили? Вот пару секунд назад вот пальцы в обратную сторону у него выгибались. Так, давайте выпустим. Давайте сравним их, а, ребята, как вам? Ну что, они чем-то похожи. Пахигалозавр и пахицефалозавр. То есть они как бы от разных динозавров, но у них корень пахи. Давай, уничтожь его. Жалкая пародия, подобие. Ну, кстати, у него два пальчика, как у Тирекса. А у мегалозавра у нас было два пальчика. Целых 25 генов, лучше бы 100 баксов. Ну ладно, может нам опять повезет, выиграем эрлифозавра. Погнали дальше. Давайте туда в конец. Найдем нашего любимого Т-рекса. Вот так, вот так и вот так. Ну, такой себе, да, примерно уровень. Можно укусить. А, я его пробиваю. Так, секадонта слабовато бьет, не страшно. Но у нее там тоже цератозавр, при этом 40-й. Ну да, я бы... Ну, хотя выжил бы. 4 удара у него. Ну давай, на все 4. Нет, не захотел. Это было глупо. Сейчас у нас будет битва цератозавр против рекса. Скафагнат завалит секадонтозавра. Блин, жесть, сколько нужно бить. К
кстати, в этом в арке, что-то я смотрел, там диморфодоны, что-то они диморфодоны похожи на скафагнатов, на рамфоринхов, на каких-то. Вообще на диморфодона не похож на тот, который у нас вот есть в игре. 4. Ну давай, Рекс. Порви его, как тузик, тряпку. Будешь знать наших. Хотя на самом деле... Блин, у цератозавра вдвое по жизни круче, а удар примерно тот же. Но Тирекс кричит круче всех. Пока что крика лучше, чем Тирекса, не придумали. Кто согласен, ставим лайк. А вообще, у какого динозавра крик вам нравится больше всего? Ну, не считая Тирекса. Тирекс, конечно, вне конкуренции. $250 генов. Так. Где тут наше диморфодонище? Так, метриофодон не подходит. Мне нужен диморфодон. Вот, диморфодон у нас такой здесь устрашающий. Как бы, давайте, диморфодон, димитродон. И больше... И диплотатор. На букву Д. Тройное Д. Главное, чтобы не тройное Г. Ну, нам попалось тройное Г. Можно сказать, в противнике. Не буду. Насут от Стератопс. Хотя он бы, наверное, не пробил бы диморфодона. Да, не пробил бы. Да, купим баллы, подменимся, и сейчас будем димитродоном выносить их. А, он подменился на димитродона. Ладно. Делаем ход конем, атакуем на 3. Раз, два, три. Наш противник какую-то ерунду только что сделал, как по мне. Аллозаурус, давай. Так, Насут от Цератопс. Классно выглядит, но что-то мне такую раскраску бы ему поменять, и было бы шикарно. Так, ну все. Теперь просто будем издеваться. Ну ладно, не будем издеваться. Вызовем Димитродона и его просто изничтожим. 6 ударов, хорошая попытка. Но нет. Давайте старый забытый примитивный рептилия. Готово. Так, 1200. Ну, тут много, там по 2000, да, будет? 2000 в топе. Ну, мы туда не стремимся особо. Ух, легендарный набор был так рядом. Это у нас, в общем-то, как рулетка. Да, здесь можно хотя бы каких-то ресурсов нам выигрывать, карточки всякие там. Но мы, смотрите, можем, как обычно, да, лига простая, можно сражаться здесь легендарными диносами. Так, ну давайте рискнем. 3 амфибии. Литуна нет, отлично. Но там сильный Залмоксис. Так, ну вообще-то нам тут два сильных динозавра. Паразавр тоже, кстати, очень силен. Он бы за два удара нас вынес. Вот зря он проатаковал.
Так, ну, я его не могу атаковать. У него много жизни. Мне нужно бить наверняка. Он проатаковал на все три. От Залмоксиса тоже защищаться не стоит. Он слишком сильно бьет. 1200, да, у него там сила удара. Он нас по Любасу пробьет, если захочет. Давай, на 4 атакуй, и у нас тогда будет все в шоколаде. Молодец. Я наванговал. Раз, два. 75, у него 41, я его пробиваю. Ну, один на всякий случай поставлю защиту. Ну, хотя, что там может Гуанлун сделать нам? Ну, нам просто не надо столько баллов, целых 7. Ну, он сделал все, что мог. Я такое одобряю, то есть на последний, если ты видишь, что уже все, надо просто атаковать. Обладатель самого сильного укуса в мире Сарказух. Да, у крокодилов самый сильный укус, ребята, в мире. Даже никакие там мегалодоны даже, наверное, не тягаются. Ну, акулы кусают вообще слабо. У них просто очень зубы острые. А вот крокодилы, вот это да. Очень сильно. Что там, что-то порядка 2 тонн. На квадратный сантиметр или как-то так. 2000 чего-то там на квадратный сантиметр. Может, там было не в, ну, не в килограммах, а в, может, в фунтах. Так, давайте глянем, что у нас еще здесь есть в районе легендарных. Так, есть летуны. Ну, боюсь, летунами мы... Нет, тут слабовато будет. Тем-тем. Вот так, давайте. Потом надо взять, может, 3 летуной, Эудиморфодона, Птеранодона и еще взять какого-то летунчика. Помощнее к ним. Так, 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 Птеродоустра здесь. Он ваншотит, наверное, всех моих тут динозавров, да. То есть мне реально нужно ставить защиту, потому что он сейчас подменится на Птеродоустра и меня может заваншотить. Но он этого не захотел, это печально. Так, Кентрозавр, да, на тебя вся надежда. Да, мы победим. Та-дам! Вот откуда пошла эта мода? Брать 2 слабых и 1 сильного. Вот кто это? Что, Game Beaver такую стратегию всем этим зарубежным игрокам вбил в голову? Либо я не знаю. Чё не так все... Вдруг пару месяцев назад начали сражаться так. Как бы моя личная стратегия рвет всех и вся. То есть меня устраивает. Я ее сам придумал. И она у меня прекрасно работает. Так, прекрасная моделька трицератопса. Генов. Так, а давайте пойдем посмотрим на
мегалозавра и на эрлифозавра. Посмотрим, сколько пальцев у мегалозавра сразу. У моего оставшегося мегалозавра 2 пальца. 2 пальца. Отлично. А где находится мой эрлифозавр? Кто бы мне сказал? Где он? Даже не догадываюсь. А кто у меня вообще здесь находится? Аэротитан, да, которого нам дали на 70 уровне. Да. А где у нас... так, ну это только те, что у меня спрятаны. А у нас же была какая-то типа энциклопедия или что-то вроде того. Эрлифозавр, выходи. Ты где? Ну, вообще он где-то здесь должен быть. Но его что-то здесь нет. Монолафозавр. Дилофозавр, вот. Афиакадончик. Зухамимчик. Ищем. Ищем, ребята. Вот он просто воротник свой спрятал, подлец. Так, а вот, собственно говоря, наш главная наша звезда. Вот так вот он выглядит. Ну, похож на дилофозавра, если без прокачки. Да, вот так вот он на 30 уровне. Ну, что-то раскраска только поменялась. Ну, и на... Ну, тоже как-то он мало... Кроме раскраски, в принципе, ну, там мало чего меняется, смотрите. Тупо раскраска поменялась. Вообще, даже гребень такой же формы остался. Капец, 700 тысяч, чтобы его покормить. Давайте сделаем 20-го. Вот так вот. Привет, я старший брат дилофозавра. Так, а как ты кушаешь? А там же пусто. Чё ты там съел? Тебе ничего не положили. Так, ну ладно. А мы возвращаемся к нашим баранам, так сказать. Так, летуны. Мы остановились на летунах. Так, берем одного, второго и третьего. Так, так, есть у нас проблемки, конечно, с стегозавром. И дарвиноптер, черт подери, он же больно бьет-то. А вот это он зря сделал, очень даже зря. Па-бам! Попался, который кусался. Он мне за 2 удара легко выносит. Блин, не надо было ставить защиту. Я не хотел ставить, тут случайно получилось. А вот я его не могу за 2 удара вынести. Пришлось за 3. Молодец. Гордись собой. Но это твой последний был.
Бой. Старина стегозавр. Или тупица стегозавр, да? Динозавр с крошечным мозгом. От бонитозаура даже не будем защищаться. Трам-пам-пам. И бифштекс. Сочный бифштекс. Мне, пожалуйста, с кровью. Так, так, у нас тут дракончик, беззубик в противниках. Че, дойдем до беззубика, да? Давайте дойдем до беззубика. Так. Я знаю, что вы хотите увидеть Индоминуса. 100% знаю. Давайте сначала возьмем Юдона. Так, допустим, Птеродаустра. А, ну тут есть юдончик. Вот такой юдончик. Птеродактиль я взял, черт. Ну ладно, пусть будет и птеродактиль, и птеродаустра. Так, ну, эйниозаврок. Беда, ребята. Ну, небольшая, но беда. Вот это он зря сделал, вообще зря. То есть у него был шанс на трицератопсе накопить много очков, как делаю я. А он взял и проатаковал. Но я не буду его атаковать, обломись. Я блин, что я переживаю? У меня же есть Юдон. Даже не знаю, что я переживал. Я думал, мне придется Птеродаустра. Но я убью с помощью Птеродаустра. Эй, неозавра. Крюкорогова. Так. Не знаю даже, насколько он меня там атаковал. Я так, чисто для симметрии. Он сейчас с помощью Эйниозавра, конечно же, меня проатакует тоже на все четыре. Ну, тогда... так, я хотел его завалить Птеродаустром. Такой у нас был коварный план. Сейчас мы его воплотим в жизнь. Изи! Легко. Не, я вспомнил, у Гимбивера была какая стратегия раньше, по крайней мере, я сейчас его уже давно уже не смотрел. У него было, он первого брал слабого, а второго брал очень сильного, чтобы он мог за два удара убить противника. Но это если была такой битва с компьютером, где он сразу знает уровень противника. А как он в PvP сражается, даже не знаю. Стой, ну 100 баксов давай. А там был, кстати, рядышком наборчик. Так. Сейчас будем брать Индоминуса. Сейчас возьмем немножко мяса. Ему вдогонку сделаем. Ну, не так, как они делают, но что-то подобное. М-м-м.
Вот два легендарных и один индоминус будет. Так, это где ты там? Вот ты. Давай. Ну, Траадон. Ну, собственно говоря, мой даже микропозавр звали Траадоном. Все по плану, ребята, не переживаем. Ну, индоминусу нечего есть будет. Что поделаешь? Можно было эниозавром завалить Траадона. Прикиньте, блин, надо было так и сделать. Было бы хохма. А в арке Траадона приручить можно только с помощью прирученных динозавров. То есть Траадоны настолько свирепые, что они только едят домашних питомцев. То есть никаким мясом, там, и киблами, ничем нельзя приручить. Только подавая ему прирученного домашнего динозавра. То есть... Такая вот шняга, я даже такой нюанс уже знаю. Я так понемножку узнаю там про арк, смотрю видосики немножко, ну не то чтобы читаю, так слушаю, скажем так. Так, ну давай, Индоминус, иди, сожри их, да и все. Шунозавр, нормальный удар у него, то есть среди обычных легендарных у него самый сильный удар. Ну, 5. А, блин, ну чё не на 7? Ну, слабак. Надо было на 7 атаковать. Так, чё, мы уже сражаемся 25 минут. Пора видосик заканчивать. Где мы там уже добрались? Да, ребятки, мы уже и выполнили наш план. Я хотел добраться до Дэвида, но мы уже его переплюнули. Так что будем мы на этом с вами заканчивать. Вот набор проскочил. Вот набор проскочил. И вот набор проскочил. Ну и 50 генов напоследок, вполне себе годнота. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.